удивительное место в Карелии. Коттеджный поселочек Карюкала. Это база отдыха. И мы сюда приезжаем уже второй год. В одно и то же время, в конце января. И нам безумно здесь нравится. И хочется возвращаться сюда снова и снова. Потому что здесь удивительно красивая не только природа. Здесь все удивительное. Мы сюда непременно вернемся снова. И несмотря на то, что это, в принципе, далековато от Петербурга, там, ну, 450 километров, вот, ехать долго достаточно, но это стоит того, друзья мои. Потому что те ощущения и те эмоции, которые мы здесь получили, и это дорого стоит. Это не применяешь ни на что. И готова ехать и хоть за сколько километров, хоть за тысячу, хоть за сколько, для того, чтобы увидеть вот эту красоту карельскую, вот эту сказку зимнюю. Вот. И прогуляться, и надышаться. Ну, просто великолепно. Спасибо огромное. Огромное спасибо Карюкале. Вот этот, например, избушка бабки-ёшки. Причем она настолько настоящая, настолько она такая удивительно сказочная. И вот сделана, ну, действительно вот просто вот по-настоящему. Вот смотрите, и кот, и белка, которая вот даже грибочки видны. Я сейчас увеличу, смотрите, там грибочки даже на ниточке. То есть... Сделано все с любовью и очень-очень, ну, профессионально, скажем так. Вот смотрите, какой ворон. Каждый домик, вот, который здесь есть на этой базе, он простроен как вот уникальное какое-то произведение искусства. Каждый домик авторский, просто шедевральный, в стиле любви к дереву, да, к природе. Вот, очень красиво, очень красиво. И прогулка по территории тоже доставила удовольствие.